Приветствую, друзья! Это видео я решил записать для двух категорий людей. В первую очередь это для тех людей, которые переходят на живое питание. И во вторую очередь это для их родственников, которые боятся, что эти люди умрут от нехватки белка. Сегодня мы поговорим о белке. Так ли страшен его дефицит на сыроедении, существует ли он вообще? И что с ним делать, если он есть? Рассмотрим два важнейших момента, то, что касается белка на сыроедении. Первый момент. Как известно и как нам говорят врачи, что сыроедный рацион неполноценен, потому что в нем отсутствует в каждом продукте, в одном из продуктов сыроедного рациона отсутствуют какие-то аминокислоты. Если мы посмотрим на их состав разных продуктов, опять же этих, мы увидим, что там, где одних аминокислот не хватает, они обязательно есть в другом продукте. Поэтому понятно, что ни один сыроед не питается каким-то одним продуктом, допустим, яблоками всю жизнь, а он чередует в зависимости от сезона, от своих вкусовых пристрастий, изменений, постоянно у него меняется рацион. Или он содержит некоторое количество разных продуктов сыроедных, то есть разных фруктов и овощей и так далее. И здесь мы увидим абсолютно точно, что все аминокислоты, которые необходимы человеку, есть в данном наборе фруктов и овощей, вот, который употребляет человек. И этот спектр абсолютно полноценен по аминокислотному составу. Поэтому первый страх мы уже с вами рассмотрели и поняли, что нет причин беспокоиться по этому поводу. Если сыроед будет менять свой рацион хотя бы нескольких продуктов, он будет получать все аминокислоты, и заменимые, так называемые, и незаменимые, которые ему необходимы. Второй момент это особого беспокойства родственников и бабушек сводится к тому, что человек умрет от нехватки белка или он не сможет жить без такого количества белка, если он не будет есть мясо. Что здесь можно сказать? Официальная медицинская норма белка в день для человека, для полноценного метаболизма составляет 37 граммов в день. Если же мы рассмотрим грамотный рацион сыроеда, такой типичный нормальный рацион, мы увидим, что такой сыроед получает в день от 50 грамм белка. Поэтому белковый рацион никак ему не грозит. Это не касается каких-то чудо-суперфруктов. Это обычный разнообразный рацион сыроеда. Он получает от 50 граммов белка в день. Поэтому этот страх можно также считать вымышленным, каким-то несостоявшимся, не имеющим под собой никакой почвы фактической, потому что это не соответствует действительности. И как бы там ни было, можете посмотреть на меня, я живу без животного белка уже 8 лет, при этом 6 лет и 2 месяца я нахожусь на 100% сыроедении без единой погрешности, то есть ничего вареного, ни разу я за это время не съел, ни мясного и так далее, и так далее. Только овощи, фрукты, зелень, мед раньше был у меня на первых порах. И все на этом. Вот. И при этом я выгляжу так вот. У меня растут волосы, у меня на месте руки, ноги, ничего не отвалилось. Вот. Кожа, все формируется, все функционирует. Более того, я скажу, что такого количества энергии у меня не было никогда в жизни, ни в детстве, ни в отрочестве, ни в юности. И сейчас я наблюдаю максимальное количество энергии. Это касается и в спортивных достижениях. Это касается и выносливости, и в любой сфере, то, что касается работы физического тела и умственной деятельности, и чего угодно. Наивысший уровень энергетики при таком количестве белка. Поэтому все эти страхи абсолютно беспочвенны, забудьте про них и никогда не вспоминайте. Беспокоиться об этом нет никаких оснований. Если это видео было вам полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал для получения самыми первыми свежих интересных видео о эффективном сыроедении. Счастливо!